Все, запись пошла. Необходимо тщательно разогревать свои мышцы. Первое упражнение. Бег на месте с отлетом голени назад. Старайтесь стопой тянуться к ягодичной мышце. Выполняем упражнение в среднем темпе в течение 2 минут. Дыхание производится. Ну, пока она бежит, надо бежать. А что там все видно? 30 минут. Не, сядочки, попопки. Да я попопки, попопки. Сколько все видно? 30 минут. 30 минут. Туалет захотелось. А мы будем ли только это выкладывать? А ты снимаешь? Да, раздеться. Снежак. Нет, конечно, не будет еще. Ютуб-то неприлично будет. Ладно, тогда я разделаюсь. Уу, я! 4 уже стало. А помнишь, я писал. Бегу окошечко приоткрою. Чистотой. Оп, 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 оп. Так примерно так получается. Вообще, как у меня уже. Я вчера уже на лыжах откатался. Не, у меня ровно с такой скоростью. Да, ну у тебя каточка сюда не стукает. У меня так никак. Ты поактивней. Не знаю, как я. Не, у меня так сильно не хватает. У меня что-то... У меня тоже не стукает, между прочим. У меня уже нет рукавчатого. Второе упражнение. Мы выполняем бег на месте с высоким подниманием бедра. Выполняем упражнение в среднем темпе в течение 2 минут. Дыхание произвольное. А что-то она быстро так делает? Ну что со средним темпом? Да, с ютубом это... У меня это не средний. У меня это вообще быстро. Раз, 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 я раз, темпом. Раз, оп. Ага, я тоже все там буду. Средний темп. Ага, фига себе, средний. Я что-то высоко ноги поднимаю. Да, ну хотя вообще не поднимаю все ножки. Слышно? Давай хотя бы до груди поднимаешь. Да куда? Примерно до головы поднимай, скажи. Раз, 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 раз. Давай, ты меньше руками, больше ногами. Да, сколько там 2 минуты длится? Капец. Не забывай бедра поднимать. Давай, до сюда. Давай. Ты меня на растяжку подбил, блин. Так бы сказал, что второй раз на лыжи катаемся. Точно, надо палки взять. Что ты подумаешь, ты нахляешься, эй! Давай с нами тоже бегать. Все, я умерла. Переходим к следующему упражнению. Мы выполняем прыжки на месте. Давай. Выпрыгиваем с 2 ног за счет работы голеностопа. Приземление должно быть мягким. Дыхание произвольное. Выполняем упражнение в течение 1 минуты. Чем на ручки так? Вперед, ага. Назад. Вперед, назад. Так удобнее. Зайцы. Да, вовсе не мне медведь. А как приятно с зайцем по полу скакать. Ой, господи. Я вчера 23 километра на лыжах пробежал. Проехал, прошел. Распродал. И что теперь? Леша, ты меня говорил, что это под растяжкой. Да. Кстати, знаешь, есть такой нюанс.
прыгаешь, чтобы ноги отрывались. Переходим к следующему упражнению. Мы выполняем махи в стороны. Исходное положение, стоя у опоры лицом, руки на опору. Выполняем отведение ноги в сторону. Сначала выполняем упражнение на правую ногу в течение 1 минуты, после чего переходим на другую ногу. Какой. Дыхание произвольно. Смотри, как. Так вчера, пойдем. Смотри, как. Если цель задолбаться, то она уже достигнута. Как она легко это делает, а? Ага, так высоко. Сначала скакала там минуты. Скакала, он какой мужчина. Ты мне так это легко выглядишь, как будто... Ага. Прямо ничего там среди. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да. В конце восстанавливаем свое дыхание и слегка растягиваем стопы. Если вы чувствуете, что недостаточно разогрели, повторите данный комплекс. Ой, нет, спасибо. Не хочешь повторить данный комплекс? Теперь мы выполняем прыжки на месте. Исходное положение стоя. Руки вдоль туловища. Выполняем прыжок, ноги врозь. Руки через стороны вверх. Делаем выдох. С прыжком возвращаемся в исходное положение. Выполняем это упражнение в темпе выше среднего в течение 2 минут. Это долгий. Смотри, я на конюшке. Оп, оп. Я с тобой стал вместе. Можешь в ее темпе? А могу я вообще прыгать? Я запутался. А вот твоя темпе. Ой. Вот руки устают. У меня ноги. Как вас? Ой. Руки не соединяют, она их не соединяет. А-а-а. Не, не, так, все. Что ты не делаешь? Я уже... У меня ножки сзади. Можешь не махать, но прыгай. Прыгай, зайчик, прыгай. Не так быстро, Маня. В среднем темпе. Ой, я не могу. Подожди. Нельзя сдаваться. Кошка вообще не открыть. Можно и кошку будет продавать. Ничего. Опа, опа. Давай, давай, видео все запишем. Хорошая подготовка к растяжке, мне кажется. Переходим к следующему упражнению. Исходное положение. Стоя, руки на пояс. Выполняем прыжок, ноги врозь. Стопы и колени в стороны. Слегка подсаживаемся. Делаем выдох. С прыжком возвращаемся в исходное положение. Выполняем упражнение в темпе выше среднего в течение 2 минут. Это не то, что мы до этого делали в темпе среднего. Теперь надо побыстрее немножечко. Линия. Ножки разводи. Вот так вот, как прыжки было. Оп, да, 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 раскрытие. Раскрытие.
раскрыть за бедра. Полезно. Даже у мифодию полезно. Короче, потерял учёшь, ты никуда не дел. Нет, уже капец. Про дыхание помню. Простите, я французский. Она же вот даже не покраснела. Даже не запахалась. Мы уже синей начали пьем. Давай, давай. Жги. Давай, давай. Я могу поменять, наверное. Ой, я совсем не могу. Давай. Давай еще немножечко. Следующие прыжки будут полегче. Исходное положение – стоя, ноги на ширине плеч. Переносим вес тела на одну ногу, слегка сгибая ее в колени. Вторую ногу выпрямляем и стопу натягиваем на себя. Старайтесь во время выполнения растяжки держать лопатки вместе, мышцы спины натянуты, и прогнуться в пояснице. Выполняем пружинные движения 20 секунд, после чего фиксируем положение на каждую ногу по 10 секунд. Можете потянуться ровным корпусом вперед к ноге и взяться за стопу. Но не забывайте прогибаться в пояснице и выпрямлять колено. Сейчас бываем. Положение – широкая стойка, руки на пояс. Выполняем наклоны вперед. Напрягаем мышцы спины, сводим лопатки. И прогнувшись в пояснице, стараемся тянуться животом вниз. Выпрямляем колени и растягиваем заднюю поверхность ног. До легкого чувства дискомфорта. При поднятии максимально напрягаем мышцы ягодиц и делаем вдох. Выполняем упражнение 30 секунд, после чего делаем пружинные наклоны тоже 30 секунд. Я так понял, чтобы было шире, сколько я качественно делаю. Это вот не было упражнения. А потому что она там одна. Вот здесь у меня все условия. Ягодицы напряжены, лопатки сведены, задние поверхности назаднены. Исходное положение – широкая стойка. Выполняем поочередные наклоны к ноге. Напрягаем мышцы спины, сводим лопатки. И прогнувшись в пояснице, тянемся животом к ноге. Корпус параллельно ноге. Противоположной рукой стараемся касаться стопы. Выпрямляем колени и растягиваем заднюю поверхность ноги до легкого чувства дискомфорта. Старайтесь не округлять спину, а прогибаться в пояснице. Выполняем упражнение 30 секунд. После чего фиксируем положение на каждую ногу по 15 секунд. Широкая стойка, полный присед. Выполняем плавное перекатывание и перенос веса тела с ноги на ногу. Пятка не отрывается от пола. Корпус наклоняем вперед, сводим лопатки и прогибаемся в пояснице. Руки перед собой, дыхание произвольное. Выполняем это упражнение 30 секунд, после чего поочередно фиксируем каждое положение, выпрямляя ногу и растягивая подколенное сухожилие. Не знаю, я вот это Thank you.
можно? Сколько можно фиксировать? Пока не хоть слышишь камеру, немножко похаляв. Ого! Исходное положение сидя на полу. Сводим лопатки. Спина и поясница ровно. Ноги согнуты в колени. Стопы натянуты на себя. Ровным корпусом слегка наклоняемся вперед. Руками касаемся стоп. Через каждые 10 сколько секунд слегка можно разгибайте колени. Следите, чтобы вы не округляли спину и поясницу. По окончанию, чтобы снять напряжение, натяните стопы от себя. Спинку прямую, тяни себя вперед. А это не прямое? Что? Нет, сейчас стало прямой, не волнуйся. Ну, странно еще. Да нормально, все же люди разные, давай. У меня прямой, например, никогда не будет. Ску! Да что ж ты, йога? Прямая, да, скажи? Мне тоже удивляется, на самом деле. Мне напирает плечи вот так. Хотя прижимаю, но вообще без напряжения. Ну, как такое. Поясничка-то у меня прямая. Ну, не скажи. Как это не сами. Поясничка. Ну, ладно, мы сравним наше видео и... Положение. Правая нога вперед, согнута в колени под углом 90 градусов. Левая нога сзади, опора на колено. Корпус прямо. Стараемся бедрами тянуться к полу до легкого чувства дискомфорта. Растягиваем верхнюю поверхность бедра, а именно квадрицепс. Дыхание произвольное. Выполняем упражнение по минуте на каждую ногу. Положение сидя. Правая нога выпрямлена. Левая согнута в колени. Стопа возле правого колена. Старайтесь согнутой ногой касаться пола. Спина и поясница ровны. Лопатки собраны. Ровным корпусом тянемся вперед. Следите, чтобы колено ровной ноги не сгибалось. Согнутая нога не отрывалась от пола, а поясница была ровной. Мы растягиваем группу мышц задней поверхности бедра и икроножные мышцы. Выполняем это упражнение по минуте на каждую ногу. Дыхание произвольно. Тянется вперед.
организмом. Положение сидя, ноги согнуты в коленях, пятки возле ягодиц. Тазом тянемся к полу, до легкого чувства дискомфорта. Старайтесь, чтобы между коленями была прямая линия. Корпус наклоняем вперед. Фиксируем положение на 2 минуты. Где камера вообще не видит? Нет, таз может. Ну, а что я поделаю? Положение стоя. Левая нога спереди, стопа на себя. Слегка подсаживаемся на правую ногу. Корпус наклоняем вперед. Спина и поясница ровны, лопатки собраны. Через 30 секунд стараемся взяться рукой за стопу. Удерживаем это положение на 30 секунд, после чего повторяем комплекс на правую ногу. Стараемся взять.
исходное положение, сидя у опоры. Ноги врозь, колени выпрямлены. Стоп. Стоп. Сидя у опоры, жду, возьмёмся. Туда надо идти. Я могу туда сесть, к опоре. Давай, давай тогда ты туда, я отсюда, наверное, в этот. Тебе-то не больно будет сидеть? Не, мне главное тут разместиться, вот этот комедор, парет. Помидоре. Помидор попасть, главное. Давай, делаем. Садись. Да я садись. Ну ты садись, а я это, как кто включит-то? Не понял, можно начать. Микошка! Ты включишь. Смотри, забираешь ты... Включай, ты чего там, даже секунду сядешь, подумаешь. Ну ладно. Понатянута, спина ровная. Помогая себе руками, постепенно пододвигаемся к опоре. Максимально приблизившись, фиксируем положение на 2 минуты. Положение – широкая стойка, стопы развернуты в стороны, корпус наклоняем вперед, руки перед собой. Обратите внимание, что между правой и левой ногой должна быть прямая линия.